Вон едут машины, что вы мне рассказываете? Одна, вторая, третья. Ну, и что? Не, ну так запрещают, если вы знаете, что там знак. Причем какой-то знак, который вы рассказываете, где там это самое. Где его не видно. Если вы ведемте проспа, если вам хочется походить, давайте пройдемся. У меня бы... Я не бачу, я не местный, вы знаете, я не местный, я не бачу. Я вижу, что машина, я вижу, что машина, если вы специально... Я еще, вот смотрите, вот джип, вот остановите его, пожалуйста. Не, вот именно, не надо со мной разговаривать. Понимаете, вы со мной сейчас разговариваете. Я вижу, что вот, я ничего не нарушил. Какой наказ? Вы отказываетесь останавливать другие машины, потому что он джип? Или потому что это украинская машина, если с вами разговаривал по-русски? Вот, пожалуйста, вот остановите его. Почему вы его не остановили-то? Почему вы его только что не остановили? Скажите мне. Вот еще одна машина проехала, опять не остановили. Это у вас. Еще третья машина проехала, вы ее не остановили. Четвертая машина проехала. Да, давайте, давайте. Нет, вы дышите, если... Я напишу все в протокол. Идите, пишите протокол. Идите, пишите. Оставьте мои документы, пожалуйста. Это, что вы схватили мои документы? Я ваши не схватил документы. Вы держите сейчас в руках мои... Ваши документы в руках. Все, вы духа собираетесь уйти. Вы повинні пред'явити. Я вам пред'явил. А что, я не могу снимать, что ли? Хорошо, я согласна быть в райвидели. А вы знаете, у меня отлично есть права. Да, поэтому, пожалуйста, если вы не останавливаете, идите, хотите, пишите документы, идите, пишите протокол. Я не собираюсь выходить из машины, я имею полное право не выходить из машины. Конечно. Хотите, пишите. Идите, пишите протокол. Все, я в нем напишу все, что я посчитаю нужным. Это мое личное право. Вы тут сейчас... А я выложу в интернете. Потому что я сижу сейчас здесь. Вот, поэтому, все, идите, пишите протокол. Оставьте мои документы в покое, идите, пишите протокол. Все, точка. Завтра все в интернете будут все знать. Пожалуйста, идите, пишите протокол. Я еще раз, никто вам не погрожит. Идите, пишите протокол. Что вы ко мне это? Вы считаете, что я нарушил? Там знак, я этого знака в упор не видел. Я видел ваши... Как-то вы по-украински говорите. Нехтування обязанностями, когда вы останавливаете машину с киевскими номерами. Да. Люди здесь говорят по-русски. Я бачу... Я зробив заперечення, що ви розмовляєте по-російськи? Да. Я вижу, что вы не останавливаете ни одну машину с львовскими номерами, зато вы остановили машину с киевскими номерами. Да. Я вот... А то, что я слушаю машин, музыку, которые... это ничего страшного, если огромное. Не, ну вы... Я вам говорю, знака я не видел. Если там есть специальный знак... А почему джип этот знак не видел? Почему джипы игнорируют этот знак тогда? Потому что у него быть тоже... Они с львовскими номерами, понимаете? Без разницы, проезжая, едет под... Я завтра здесь буду ехать, я вам обещаю. Я здесь проезжать не буду. Все, я посмотрю специально, обещаю. Как проехать тогда вот сюда? А вот нам не надо в отеле Опера. А завтра я буду по княгине Ольге опять ехать. А потом... Там нет же проезда. Есть.